Вот такие ограждения мусорных контейнеров с логотипом нашего города появились на пересечении проспекта Кунаева и улицы Желтоксан. На первый взгляд невозможно определить, что за этими железными листами есть мусорные контейнеры. Ноу-хау от шымкентских коммунальщиков жители восприняли по-разному. Дорабатывать надо их. Очень много сильно дорабатывать. Чем она не нравится? Да всем не нравится. Контейнеры неудобные, колеса ломаются. Они сами, вот водители, как это, вот спускают, они не аккуратно, а скидывают, и колеса ломаются. Очень нравится, очень симпатично выглядит, очень цивильно. А вечером так вообще светится со стороны дороги, дневным светом освещается, даже не поймешь, что это мусорка. Но я бы хотела добавить ко всему этому, что пора наших чимкенцев приучать к разделению мусора. Кордон, стекло, пластиковые бутылки, чтобы потом все это перерабатывать, и меньше было бы мусора для мусорозавода и вообще для мусорных свалок. В Альфа-Арабийском районе определены 185 точек для сбора мусора. На выделенные из бюджета 60 миллионов тенге они были обновлены, а на 76 миллионов были куплены новые контейнеры. Теперь в центре города будут красоваться такие оригинальные точки. Пилотный проект осуществлен благодаря спонсорской помощи. Такие ограждения для мусорных баков стоят в среднем 300 тысяч тенге, да и к тому же они ночью подсвечены. Главной целью проекта является привлечение внимания населения к проблеме поддержания чистоты в областном центре.